сорт острого перца Тринидад Скорпион Large, что переводится Тринидад Скорпион Большой. Это вот такие вот, ребята, крупные плоды. Смотрите, размер плодов какой. Просто не крупные, а гигантские. Вот такие вот плоды. Смотрите, какой размер. Какая ладошка у меня. И вот такие вот громадные плоды. Острота вот такого перчика от 900 тысяч до 1 200 000. Это очень-очень острый сорт. Плоды вот такие вот все сморщенные, морщинистые. Высота куста может быть достигать от 70 сантиметров до 1 метра. Вот у меня он обрезанный. Вот я его подрезал весь. Вот такие вот зеленые плоды. Созревает он от зеленого. Вот видите, плодов здесь очень много. Вот такие вот красавцы. Созревает он от зеленого. Потом становится слегка таким оранжевым. И с оранжевого уже на темно-красный цвет. Срок созревания такого перчика от 90 до 120 дней. Вкус у этих плодов фруктово-пряный. Плоды очень и очень толстые, вот, плотные, такие вот морщинистые, просто красавцы. Сорт просто, ребята, бесподобный. Он неприхотлив, его можно выращивать как в горшках. В горшках он будет где-то в пределах 60-70 сантиметров в высоту. И вот такие вот крупные плоды. Если вы будете выращивать в открытом грунте, плоды будут очень крупные. Если будете в горшке, они будут чуть-чуть немножко мельче. Но все равно они будут довольно крупными. Так что советую вам такой сорт. Во-первых, он очень-очень острый и очень красивые плоды. Если кому понравился такой перчик, вы можете заказать его у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.